Доброе утро, друзья мои. Раннее утро 24 сентября. У меня завтра день рождения. И мы всей семьей едем на экскурсию в Ширяево. Сборы идут, все дела. А меня и Яки. Красота. Собираемся, едем. Собаку сейчас домой. Ляля, айда домой. Машину оставляем под осмотр камеры. Да уж, пошутили маленько. Ну что, мы все в сборе. Мы тронулись. Валера, привет. Надюшка, Андрюшка, Оксана. Ну и я, ваш покорный слуга. Все, мы в дорогу. И мы едем на корабле. Да? На корабле, да. Ура! Ура! У нас техническая остановка. Нам до места осталось совсем ничего. Красота. Погодка. Я оделся тепло, думаю, блин, холодно будет там на пароходе. Ну, на всякий случай. Но ничего страшного. Тепло не холодно, жар костей не ломит. Дорога проходит нормально. GoPro вон поставил. Пускай пишет. Ну, там нюансы некоторые дороги. В этом видео вы, наверное, уже увидите. Красота. Ладно, двигаемся дальше. Вторая техническая остановка. Да, господа. Допинг надо с собой взять.
У меня же день рождения. Валера предложил. И я не отказался. О. Там герб. Красная, да. Самара 2023. Честно. Ну все, мы в Самаре. Катимся по Самаре. У нас что по времени-то? Есть. 15 минут до места. Время есть. И где-то минут 40 до посадки на теплоход, да? Угу. Место... Время хватит найти место для стоянки. 100%. Хоть три круга нарежем. 60 километров. Катимся по Самаре. Вот в этом доме у нас Ксюха жила. А, вот в этом... А, вот, 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 да, да, дом. Да. У нее окна смотрели на этот крутой дом. Да. Сначала на набережную, правда, а потом на этот крутой дом. Смотрите, какая церковь или что там, готический костел. Это, да, наверное, католический, скорее всего. Католический, да, я его готический. В стиле готика все правильно. Вот здесь вот начинается набережная. Там вот менты, дай мне камеру. Здесь вот начинается набережная. Самая длинная набережная по Волжье. Ай? Не по Волжье, России. России даже. Вот. Чего? Вот ладья. Вот ладья. Вот у нее прямо это окна на ладью прям выходили. Ладью видно. Да. Набережная здесь крутая, ее каждый год что-то там постоянно делают, что-то, какие-то инновации вводят, постоянно что-то, какое-то обновление идет. Кинап, да, кстати. Кинап — это у нас получается комплекс ресторанов, комплекс барных заведений питейных. Вон, смотри, деревянный да. Домик, это вот ресторан. А сейчас мы будем мимо него проезжать, я его вижу. Там он как, он Дубинин, что ли, назывался, или как? Валера, поблизости там обучал. Не там. То есть вот они там, ресторанчики. Марракеш. Плохо видно. Марракеш. Придвинь поближе. А там Ярбар. Ярбар там, а? Перебил, говорят тебе. Да. Вот. Слушай, все как-то это, обновилось, названия всякие. Так, резкая склейка. Там вон памятники у нас. Ну, вся набережная, короче, усеяна памятниками. Памятник основателю Самары. Памятник... Блин, не помню, кому там вообще даже. Если честно, уже всех позабывал. Ну, тоже вот ларьки, всякие аттракциончики. Вон, смотри, какой памятник. Можем, в принципе, здесь оставить машину, место, пока парковка есть. Я бы не стал тут идти еще далеко. Ну да, в принципе, еще... 1,5 километра написано по навигатору. Как здесь работают эвакуаторы? Я в прошлый раз офигевал. У них справа-левая сторона. Сначала четная и нечетная. Я поставил, смотрю, стоянка, все нормально, люди стоят. А на этой стороне было мало машин. Думаю, надо было развернуться, стой, стоять. И а только полу, смотрю, подъезжают два эвакуатора. Тык-тык-тык-тык, залепили. Фу, уехали. Фу, уехали. Гаишник-то ходит, раз, ляпает эти бумажки. Довольный, смотрю, у него прям улыбка прет до ушей. Премия 3000 будет. За каждую машину, что ли? Нет, просто. Квартальная. Да ладно. Спортплощадка. Кто-то он уже с утра занимается. Или уже не утро? Ну, сколько времени-то? Как и у нас. 24 минуты, да. Прибытие. Дели мобилька. Так, дели мобиль, 1500 на счет переслали. Все, потратили. Реклама же. Че ты? А и смотри, полики теперь, раньше солярисы были. Может и солярисы еще стоят. Вон площадь Славы слева. Сейчас будет. Мы сейчас внизу будем ее. Вон он этот.
человек с зачеткой. Из-за домов видно. Крылья, памятник. За домом вон. Ну, по навигатору сейчас открывается как раз. Mm-hmm. Да, площадь Славы. Напротив должен быть Суд. Вот он, там тоже наверху. А сейчас же в цирке нельзя животных. Да? Нет. Вот она, площадь. Да, вон аллея. Аллея героев. Аллея новаций. Ух ты, ничего себе, прям обновили неплохо. А что, я не видел ее, ничего себе. И вот этот бар «Руки вверх», да, про который мы говорили, видишь? Где? Вот слева. Вон, видишь, Жуков там все презентует. Через 600 метров поверните на право. «Руки вверх», 1500 на счет. Ай-яй-яй, девчонки. Конечно. Product placement обязательно. А вот здесь вот, святая святых, эталон всего города Самары, пивзавод. Здесь, да, здесь место, дно. Сейчас мы будем приезжать, тоже будем покажем. Всегда вкуснейшее, мощнейшее пиво. 60 километров в час. Не заткнись ты же. Одни камеры, да, между прочим? Вот здесь вот раньше был окошко, а вот видно. Так, нам сейчас же направо спускаться? А, да, все, мы на спуске. Место только было на набережной. Да будет сейчас воскресенье утро, я не думаю, что там. Максимум алкаши валяются возле этих. Возле ларьков. Вот, пожалуйста, бар на дне. До конца маршрута 100 метров. Да. Мы подъехали? Надо будет туда лететь. Да, мы подъехали, Андрюш. А вот здесь вот ларьки, ну, окошки, здесь наливают пиво. К Белуге? Да. Ну, все правильно, значит. Место парковочного нет. Белуга на Волге. Да? Все, Валя. Че? Припарковали автомобиль, вон на стояночке стоит. Морда видна. У ресторана Баканов. Посмотрим, тут нам сейчас спуститься 300 метров, и все. Посмотрим, может быть, не эвакуируют. Тут он порядок постановки на стоянку. Машины по-другому маленько нарисованы. Ну ладно. Все стоят, и мы стоим. Да, мы практически прибыли. Вот он, ресторан «Белуга». Переправа, прогулки по Волге. Идем наших искать. Я уже снимаю вас. Вы уже на катере? Вы уже поехали? Вас фотографировать? Хорошо. У нас Валера с Оксаной стоят в очереди. Мы все в режиме ожидания. Посадки. О, на тот кораблик. Металлург 2. Если мне правильно сказали. Кого-то уже пустили, кому-то дорогу преградили. Но мы, как всегда, фартовые. Они в 6 утра приехали, те, кто там стоят. Я тебе говорю, они в 6 утра выехали. Ты говорил, да, до 6 утра выезде. Здесь не было дежурных. Они под шумок зашли, там встали и торчат. Он так сказал, вот этот мальчик. Да вот, смотрите, красота какая. Вот и наш кораблик. Бежим на посадку.